Депутатам Саратовской областной думы рекомендуют лечиться за границей. По сведениям информагентства «Взгляд.Инфо», думский аппарат разослал народным избранникам буклеты с рекламой услуг европейско-американской клиники «Интермедсервис» и предложение заключить с ней договор. Речь идет о клиниках Швейцарии, Франции и США. Обещаны различные бонусы – доставка к месту лечения максимум за 3 дня, бесплатные билеты швейцарской авиакомпании и прокат автомобиля «Мерседес С-класса» на территории Швейцарии. Председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев подтвердил факт получения рекламных проспектов, но подчеркнул, что это обычная почтовая рассылка. Да, некоторым депутатам, меня сейчас проинформировали, поступили конверты персонально некоторым депутатам. Значит, их содержимое я не читал, но меня проинформировали. Там действительно, значит, рекламные материалы предлагаются, рекламируются услуги тех или иных каких-то там учреждений. Это не депутаты этим занимаются, я хочу подчеркнуть, просто в адрес депутатов и любого сотрудника корреспонденция приходит, мы ее обязаны адресату обязательно довести. По словам Владимира Капкаева, конверты с рекламой заграничных медклиник получил депутат Николай Кузнецов. Другие фамилии не прозвучали, но спикер не исключил, что, возможно, и у него самого на столе лежит такой же буклет.